Мы снимаем клип на трек «Интересно». Это моя новая работа. Как видите, тут достаточно немаленькое количество людей. С самого начала. Если вы думаете, почему Настя сегодня в одном только образе, то так задумано. Это тяжелый люкс, друзья. Вообще, в чем смысл нашей работы? Это в том, что очень многие вещи нас по жизни отвлекают от каких-то важных идей, важных людей. От всего, что, казалось бы, мы должны были поставить на первое место. И мы вам показываем, как сильно это действует на человека и человеческую жизнь. Так что смотрите и будьте с нами. Пау. Take a step back. Сейчас будет ключевой момент, мы будем ей делать макияж и прическу для того, чтобы она потом как русалка упала в бассейн. Да, да. Главное, чтобы нечто. Никто не пострадал. Вот, сегодня не только продюсер, который следит за лунными сутками. Кстати, сегодня третьи лунные сутки, удачный день для съемок. Растущая луна, все знали? Все знали? Все знали? Сегодня растущая луна, ребят. Боевой настрой, бой, все дела. Вот. Я еще сегодня буду сниматься в роли одной из главных героинь. Именно про меня все говорят, все ждут этого события, когда я должна с первого дубля упасть в бассейн. В бассейн! И не размазать макияж, но за это ответственный на этот человек. Да, все круто, все позитивно. Позитивные ребята, и клип, я думаю, тоже будет очень позитивный. Арсен, ты сам сказал, не хочешь больше говорить в камеру. Я помню это высказывание. Арсен снимает нам документальную зарисовку о жизни танцоров на даче. И я надеюсь, что когда вы посмотрите это видео, как минимум вам понравятся дымовые шашки, падание в бассейн и максимальное обаяние Насти.